Уважаемый Жасарал Куанышалин намеревается зарегистрировать партию «Алга Казахстан». Я призываю всех наших сторонников движения «Демократические выборы Казахстана» свободно участвовать в инициативной группе. Сейчас Жасарал Куанышалин объявил. Призываю всех неравнодушных к судьбе нашей страны соотечественников поддержать нас и принять личное участие в организации партии «Алга Казахстан». Что они собирают списки 2000 человек, которые будут инициаторами организации партии «Алга Казахстан». По процедуре это по нашему законодательству работает следующим образом. Собираются члены инициативной группы списки, и организационный комитет эти списки подает Министерству юстиции. Министерство юстиции выдает номер уведомления, и с этого момента организационный комитет начинает организовывать работу по проведению учредительного съезда, где на этом съезде должно быть не менее 1000 человек. Затем после проведения учредительного съезда идет сбор подписей. По действующему законодательству необходимо собрать 20 тысяч подписей. После этого все эти подписи, решение, устав партии, который утвержден на съезде, сдается Министерству юстиции. И Министерство юстиции обязано зарегистрировать партию. Вот такая вот процедура. Я просто поясняю тем, кто не знает законодательство нашей страны. Я, в свою очередь, не намереваюсь вступать ни в какие партии. Я просто заявляю о поддержке оппозиционной партии «Алга Казахстан». Я лично знаю Жасарала Куанышалина очень давно. Это действительно очень принципиальный противник действующего режима, который намеревается добиться построения демократического Казахстана. Когда мы добьемся смещения этого режима, организуем временное правительство, мы, активисты демократического выбора Казахстана, создадим партию «Демократические выборы Казахстана». И, конечно, здесь, опять же, ваш выбор. Если вы на тот момент являетесь членом партии «Алга Казахстан», вы, конечно, если вы, тем не менее, хотите вступить в партию ДВК, вы можете прекратить членство в партии «Алга Казахстан» и вступить в партию ДВК. Мы приветствуем создание реальных, действительно конкурентных, неподдельных партий, тех партий, которые будут выдвигать свои программы, добиваться построения нового демократического Казахстана. И поэтому, уважаемые наши сторонники, на данный момент открыто и легально, легитимно можно участвовать в политической жизни страны, участвуя в партии Жасарала Куанышалина «Алга Казахстан». Я публично заявляю, поддерживаю эту партию, и все те, кто готов туда вступить и параллельно является участниками движения «Демократические выборы Казахстана», я заявляю, я вас поддерживаю.